Смотреть надо не на гриб и даже не на флешку. Вашему вниманию предоставлены три накопителя информации, каждый по 40 гигабайт. Вот эта флешка, к сожалению, имеет только 16 гигабайт. А эти три накопителя, кстати, производство Япония, имеют суммарно 120 гигабайт. С помощью этого накопителя и имеющегося вспомогательного элемента мы можем получить 120 гигабайт. 120 гигабайт – это приблизительно более 150 фильмов в зависимости от качества сжатия. Ну ладно, не буду вас утомлять, потому что уже готовится. Крышку запрещено поднимать, потому что идет процесс.